Завод по производству очищенной терефталевой кислоты, возможно, уже в скором времени появится в Турции. Реализация нового проекта первоначально намечалась совместно с компанией BP. Даже было выбрано название «Сукар BP Aromatics». Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. В прошлом году British Petroleum продала свой даунстрим компании «Инеаус». Одной из крупнейших нефтехимических компаний в мире. В качестве производственного сырья на новом предприятии предлагается использовать продукцию нефтеперерабатывающего завода «Стар». Компания «Инеос», как наследник BP, в принципе, унаследовала также и этот проект, который сейчас мы рассматриваем совместно с ними. Мы со своей стороны, как «Сукар», рассматриваем целесообразность осуществления этого проекта в условиях новых реалий рынка, и компания «Инеос» совместно с нами также ведет переговоры и рассматривает возможность своего участия в этом проекте. Возможность, если эти переговоры завершатся успешно и устроят, так сказать, условия обе стороны, тогда решение о финансировании проекта, о инвестиции в этот проект может быть принято в течение этого года.